Рост заболеваемости в Подмосковье коронавирусной инфекцией бьет рекорды. В Московской области за сутки COVID-19 диагностировали у 1800 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. В правительстве региона добавили, что такого резкого роста по выявлению заболеваемости за день не было ни в первой, ни во второй волнах пандемии. За прошедшую неделю число пациентов с подтвержденным коронавирусом увеличилось на 8500 человек. В регионе дополнительно развернули уже более 2000 коек. В Красковском стационарном отделении Люберецкой областной больницы на сегодняшний день оборудовано 429 коек для пациентов с коронавирусом. Сегодня принято решение, по сути, губернатором Андреевичем Воробьевым о том, что, скорее всего, в Люберцах мы будем разворачивать ковидный госпиталь на базе ФОКа. У нас он был развернут в прошлом году, и мы вынуждены сегодня пойти опять по тому же пути. Чтобы предотвратить заражение коронавирусом, горожанам рекомендуют соблюдать масочный режим и вакцинироваться. В Люберцах работают стационарные и мобильные пункты. Задать вопросы о прививке жители округа могут по номеру телефона 122.